Добрый день, меня зовут Андрей Фомин, я работаю в компании BDR Термия Рус и отвечаю за направление продуктовый маркетинг. Сегодня я представляю вашему вниманию легендарный котел Баксы Нувала Рекомфорт и хочу рассказать о его уникальности. Это модель со встроенным накопительным бойлером для производства горячей воды. Есть модели с открытой и закрытой камерой сгорания мощностью 24, 28 и 32 кВт. Давайте посмотрим на его оснащение. Изюминкой данной модели является встроенный накопительный бойлер, снижающий стали на 60 литров, который может обеспечить до 500 литров горячей воды за первые полчаса использования. К тому же это полноценный бойлер с высокопроизводительным змеевиком, а не буферная емкость, накапливающая горячую воду после пластинчатого теплообменника. Благодаря такому техническому решению про жесткую воду и нестабильное давление на водопроводе можно забыть. Очень часто можно слышать от монтажников, что 60 литров горячей воды – это слишком мало. Но надо понимать, что в этом котле нагрев горячей воды начинается сразу, как только пользователь начинает ее сливать. То есть нагрев происходит на бережении. И даже если использовать горячую воду слишком интенсивно, то падение температуры происходит плавно. А после выключения воды нужно всего лишь 5 минут для восстановления температуры в бойлере. Оснащение этого котла полностью оправдывает его крупные по сравнению с другими настенными котлами размеры. Потому что это не котел, а целая мини-котельная. Здесь у нас два расширительных бака. Это один на контр-отопление, один расширительный бак на бойлер. Два сбросных предохранительных клапана, это 3 бара на отопление и 8 бар на ГВС. Полностью латунная гидравлическая группа, насос, грунтфос и многое другое. Подведем итоги. Котел Нувала 3 является отличным компактным решением со встроенным бойлером для установки в квартирах бизнес-класса, таунхаусах и небольших частных домах площадью до 300 квадратных метров. Спасибо за внимание. До новых встреч.